Меня зовут Татьяна Кербыш, я член Wikimedia Tomasirt User Group, и я приехала на эту конференцию рассказать о том, как можно сохранить наши родные языки. И также от конференции я жду, что, возможно, она станет началом для международного сотрудничества между разными Wiki-комьюнити, не только арабских, но, возможно, и Западной Европы, и Восточной Европы, и мы сможем сделать новые интересные проекты все вместе.